Всем на игроманнейший привет, и вы на канале Супер Гекта. И сегодня я вам расскажу про свой новый заказ от компании Faberlic по вот этому каталогу. Это у нас второй, собственно говоря. 6 февраля начнет действовать вот этот, третий. Я тут уже много чего себе присмотрела, вот закладочки. Сразу попрошу поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще это не сделали, и нажимать на колокольчик, а также оставляйте ваши комментарии. Заварите себе чайку, кофейку, возьмите что-нибудь вкусненькое и погнали! Ну и, собственно, вот такая у меня коробочка получилась. Заказ интересный. А когда он бывает другим? В общем, взяла, решила взять вот такую новиночку попробовать. К слову, выгодно брать 1+1. Да, но мне было удобнее именно так. Но если что, если вы вдруг сейчас решите заказать, то берите 1+1. И еще, если вы хотите получать выгодные цены, то проходите по ссылке внизу и регистрируйтесь. А цены будут ниже в таком случае. Это у нас пирамида Карстенса 4884М. Универсальный шампунь для всех типов волос. Аромат очень приятный, сладковато-морской, но очень интересный. Я бы сказала, что так могла бы пахнуть парфюмерия. Реально очень-очень приятный аромат. Только вот почему-то, знаете, мне казалось, что это что-то такое мужское. Нет, разве? Нет, нигде не написано, что это для мужчин. Кстати, объем 380 мл. Просто для всех типов волос. И все. Шампунь нам обещает придавать блеск, питать и очищать волосы. В очередной раз, ну, у меня уже есть такие колготочки, только серого цвета, такого даже серо-серебряного, я бы сказала. Очень приятные, классные, плотные, удобные. Нравятся мне нереально, но, в общем, они немножко порвались, и поэтому... Но проходила я в них долго, к слову, да. То есть они прочные. И поэтому решила обновить, взяла именно в шоколадном цвете в этот раз 60 Денту, да, что тоже очень удобно в том плане, что они теплые, они реально теплые. Если на улице там минус 3, ножкам реально тепло. Конечно, не гулять там, да, ходить куда-то по парку. Именно если немного, да, передвигаться где-то, необходимо там до магазина дойти недалеко, например, или там до транспорта, то... Вообще идеальный вариант, вот, имейте в виду, классные. В принципе, могу их распечатать, давайте сейчас так и сделаю. Эластичные колготки велюр, вот так. Тут они у нас лежат, естественно, картонка. И вот такие приятные колготочки. Очень приятные, они еще и при этом такие эластичные, классные, нежные. Причем, кстати, вот эти, они более эластичные, более нежные, чем те, что у меня сейчас. Интересно, интересно, те чуть погрубее, более плотная ткань. Так, далее. О, вот это средство я взяла со скидкой 70%, да, это система лайки. Опять же, если вы зарегистрируетесь, у вас будет работать такая же система, и можно, соответственно, выгодно еще вот это, да, выгода, это круто просто, безумно. Glam Team Makeup серия, и да, сейчас я открою, покажу вам, что это... Вот так все выглядит внутри, довольно-таки симпатично. Это двойной тональный крем. Тут находится основа под макияж и тональное средство. Активный ингредиент розалити из свежих лепестков дамаска и розы защищает кожу от стресса, вызванными факторами окружающей среды. Также тут нам обещают, что присутствует нежный аромат розы. Тоже довольно-таки приятно. Здесь два варианта тона. Это ванильно-розовый и золотисто-бежевый. Решила взять ванильно-розовый, надеюсь, я не прогадала. Но также сейчас в каталоге идет скидка 40% на это средство. Здесь SPF 25. Давайте откроем. Нажмем на основу, например, да? Так, беленькая. Аромат здесь не розы. Но есть только отдаленно. То есть просто какой-то нежненький, приятный аромат, но не розы. Так, ну давайте попробуем здесь. Может, здесь роза? Вот, их можно как соединять, так и использовать раздельно. Но советуют все-таки вначале основу наносить, а потом, соответственно, сам тон. Ну, тут я вообще запаха не чувствую, к слову. Ну, в принципе, вот если их перемешиваешь, то да, есть такой отдаленно нежный аромат розы. Ну да. Но он настолько нежный, еле заметный, если честно. По тону определенно подошел, все отлично, я угадала. А также я взяла зубную нить, Нуки, черненькая такая.
Здесь 25 метров. Будем пробовать, что из себя представляет данный продукт. Вышла вот такая вот новинка. Это жидкая глянцевая помада для губ Lip Coat. 249 рублей, да, вы видите, соответственно, если вы зарегистрируетесь, будет цена еще ниже. И мне очень понравилось оформление в первую очередь, но сейчас будем тестировать эти помадки. Интересно, нереально. А действительно, выглядят они именно таким образом. Кстати, довольно-таки дорого выглядят, классно, необычно и интересно. Задумка супер. А, начнем с тона 56, идеально розовый нюд. Так, как открывается? Ага, вот таким вот образом, правильно я начала открывать. Сейчас посмотрим. Ну что ж, по-моему, достаточно неплохо. Аромат просто обалденный. Такой конфетный, конфетно-леденцовый. Класс. Ну, красивый оттенок, да? Мне нравится. Ой, ребят, перепутала. Это 58 розовый-коричневый. То есть вот это розовый-коричневый. А вот сейчас как раз будет тот самый нюд. Идеально розовый нюд у нас тут. Немножко перепутала. Так, ну, смотрим. Красиво, вау. Вот это мне прям вообще, вот прям очень-очень понравился. Смотрите, какой красивый оттенок. Просто вау. Как видите, такой глянец, да, очень приятный, обалденный. Ну, аромат здесь абсолютно идентичный, он ровно такой же, да, это тоже радует. Еще раз, это розово-коричневый, 58 оттенок, а 56 идеально розовый нюд. Вот он. Следующее мое приобретение, это нижнее белье. А, трусы стринги, модель Дива. Состав микрофибра, 84% полиамид, 16% эластан и ластовица 100% хлопок. Открываем. Вау, такие хорошенькие, нежно-приятный цвет, да, они классные и как будто бы шелковые. Вот, сзади тоже все так интересно выполнено, посмотрите, прелесть. Хороши, хороши, нечего сказать. Реально очень прикольный здесь вот бантик находится, прелесть. Стоит демо и сделано в Италии. Это белье красивущее. Также я решила взять вот такой продукт. Гидроин, очищение 60 порций, концентрат пищевой. Что это такое? Да? Гидроин. Для чего он нужен? Этот препарат нужен для выведения лишней жидкости из организма, а также, соответственно, от шлаков и токсинов. Да, очищает тем самым. И это хороший препарат. Здесь содержится порошок петрушки. А петрушка, как известно, отлично влияет в этом направлении. Так что вот. Сейчас покажу, как выглядят внутри эти таблеточки. Они зелененького цвета. Принимать необходимо 1-2 порции в день. Вот, в зависимости, я не знаю от чего. Я думаю, что я буду по одной принимать. То есть, соответственно, так курс на 2 месяца растягивается. Если принимать по 2, на 1. Ну, мне кажется, что оптимально будет по одной. Здесь все запечатано. Внутри вот мы действительно видим такие зеленые таблеточки, похожие на водоросли прессованные. Ну, вот так покажу вам еще их в крышечке. Вот так вот они выглядят. Ну, петрушечка зелененькая, да. Проходите по ссылке внизу, регистрируйтесь, чтобы получать более выгодные цены. Рекомендую также посмотреть весь плейлист с моими покупками от компании Faberlic. Где-то здесь он всплывет в ролике. Желаю вам всего прекрасного. Покупайте только классные товары, ну а я вам в этом помогу. Всем пока!